Здравствуйте! Сегодня в видео я вам покажу, как сделать так, чтобы от свечи было больше тепла и света. Для этого нам понадобится баночка от напитка, свеча, у меня чайная, но можно любую, а также камушки. Я взяла керамзит. Для начала нам нужно правильно разрезать нашу баночку. Для этого берем маркер и рисуем линии. Вот так вот я начертила. Верхняя и нижняя линия приблизительно должна быть на пол баночки. Вот так вот мы начинаем вырезать по вот этим линиям. Внизу, вверху и посередине. Теперь нам нужно наши стороны позагибать. Вот так вот у вас должно получиться. Для красоты здесь подровняем все. Вот так вот. Я сильно не заморачивалась. Моя цель как бы вам показать уже результат. А красоту вы сами себе наведете. Баночку ставим нашу свечку. Также для тепла я наверх насыпаю камушек. Камушки при нагреве нам увеличат тепло в нашем помещении. Поджигаем нашу свечу. За счет нашей алюминиевой баночки свет от свечи отражается, что и делает наше освещение в несколько раз сильнее. В процессе нагревания свечи также нагреваются наши камушки. На мой взгляд, это идеально. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо большое за лайки и подписки. Всем вам хорошего дня и всем пока-пока. Встретимся в следующем видео.